Бывший директор Оренбургского филиала «Ренессанс страхования» Владимир Вехов признан виновным в коммерческом подкупе и лишился свободы на 6 лет, правда условная. Сегодня об этом сообщили в областном следственном комитете. Экс-директор страховой фирмы нашел способ дополнительного заработка за счет компьютерщика, обслуживавшего его фирму. Потерпевшему был установлен ежемесячный фиксированный откат в 2000 рублей. Незаконный бизнес длился с сентября 2012 по апрель 2013 года. Преступные наживы стали 14 тысяч рублей. Как выяснило следствие и суд, это был не единственный эпизод незаконных действий 37-летнего директора страховой компании. Еще одним эпизодом преступной деятельности стал факт получения 15 тысяч рублей от подчиненного работника за его неувольнение, совершенное в октябре 2013 года. Общий ущерб по совершенным преступлениям составил 29 тысяч рублей. За предприимчивость экс-директору предстоит выплатить доход государства штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, Ленинский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. О руководящих должностях экс-директора «Ренессанс страхования» может забыть на 3 года. Сторона обвинения, просившая реального лишения свободы, намерена обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.